Я приветствую всех, кто присоединился к эфиру Первого городского. О главных событиях четверга, 15 сентября, расскажут наши корреспонденты и я, ведущий Иван Дучак. Смотрите в выпуске. В Кривом Роге наконец-то появилась вакцина БЦЖ. Вакцины достаточно для работы и в этом году, и на следующий рік також. Криворожгаз сел за стол переговоров, под зданием митингующие горожане. Это просто беспредел. В Кривом Роге под жилые дома подбрасывают останки животных. Неизвестные ночью привозят трупы в мешках и оставляют их прямо у дверей. Эти и другие события в материалах наших корреспондентов. 15 сентября прошло первое заседание рабочей группы по урегулированию конфликта с Криворожгазом. За стол переговоров сели депутаты горсовета, чиновники, руководство газового предприятия, представитель фирмы-подрядчика и директора теплоснабжающих компаний города. Напомню, толчком к созданию рабочей группы стала электронная петиция гражданского активиста Арамаиса Касумяна против произвола Криворожгаза, за которую проголосовали большинством депутаты на сессии горсовета 12 сентября. Конфликт между жителями города и газовщиками возник еще полгода назад из-за отключения голубого топлива всему дому без предупреждения. Усугубилась ситуация сейчас, когда Криворожгаз стал устанавливать общедомовые счетчики вместо поквартирных. Генеральный директор компании Иван Вакуленко оправдывается. Снабжать такими приборами учета обязала национальная комиссия, которая осуществляет государственное урегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Общая сумма программы установки домовых счетчиков в период с октября 2015 года до конца 2016 года всего по Украине составляет около 776 миллионов гривен, что в результате 100% ее выполнения обеспечит учет около 2 300 000 потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи. Тем временем возле Криворожгаза митинговали недовольные горожане, которые воспрепятствовали установке общедомового прибора учета в своих многоэтажках. Они собрали подписи жильцов и пришли на встречу с руководством предприятия. Они насколько уверены в себе, они даже не читают свой сайт. На ихнем сайте написано четко, что они должны делать. И вот вы понимаете, это насколько уже, это просто беспредел. Они никого не боятся. Я понимаю. А с чего это пошло? Я сейчас, может, дальше копнусь. Понимаете, что такое природные ресурсы? Кому они должны принадлежать? Народу. Так было всегда в Конституции записано. А ну сейчас там, правда, написано. А вот этот произвол. Потом, скоро мы за воздух. Остался один только, бесплатный воздух. Рекордные долги. Жители Кривого Рога задолжали 468 миллионов гривен за коммунальные услуги. За последние годы это рекордная сумма. Больше половины долгов за отопление. Также большая задолженность за воду. Со злостными неплательщиками. Коммунальщики и тепловики судятся, проводят работу по взысканию долгов и реструктуризации. Тем не менее, сумма из-за высоких тарифов продолжает расти. А накануне отопительного сезона это чревато последствиями, предупреждают чиновники. Существует риск вхождения в отопительный сезон из-за задолженности перед Криворожгазом и Обленерго. СНАК «Нефтегаз Украины» у нас также есть на сегодняшний день проект договора по населению, по бюджету и прочим. Нами получено письмо о том, что НАК отказывается с нами подписывать договор до погашения полной задолженности по этим категориям, которая составляет 500 миллионов. В Кривой Рог поступило около 56 тысяч вакцин БЦЖ. Этого хватит, чтобы сделать прививки всем детям, которые родились в период ее отсутствия. Напомню, проблемы с поставкой вакцины начались более 3 лет назад. Малыши до 2 месяцев в первую очередь получат прививки. Затем дети до 1 года. За ними прививки сделают 7-летним криворожанам. В Горздраве говорят, прививок хватит всем, потому не стоит паниковать. Вакцины из Болгарии. Именно этот производитель поставляет медикаменты в страны Европы. В одной вакцине 20 доз, потому врачи планируют в определенное время записывать пациентов, чтобы оперативно делать прививки и не оставлять ампулы открытыми. Наш город получил вакцины от МОЗ централизованно. Из Киева препарат привезли в Днепр, а из областного города к нам. Вакцины достаточно для работы и в этом году, и на следующий рік також. Щодо дітей, які не отримали вакцинацію раніше і були виписані з пологових будинків, і не вакциновані, то вони будуть вакцинуватись на амбулаторній ланці.
Тобто центри первинної медико-санітарної допомоги також отримали вакцину в достатній кількості. Не 70%, не 80%. Ми отримали вакцини стільки, щоб вакцинувати всіх дітей, які цього потребують. І маємо ще запас на подальшу роботу. Эпидемии трихинеллеза в Кривом Роге нет. Вспышка, которая была летом, это единичный случай. Об этом заявили инфекционисты. Причина заболевания осталась прорезью, которая, по-видимому, и была заражена паразитами. Также врачи сказали, что несмотря на слухи об отсутствии вакцины от бешенства, она есть и в достаточном количестве. А вот против ботулизма и столбняка лекарств нет, так как в Министерстве здравоохранения нет лицензии на их ввоз. На сегодняшний день в нашем городе зарегистрировано 14 случаев трихинеллеза. 8 находились в стационарном лечении. Из них в 6 трихинеллез подтвержден как клиникой, эпидемиологическими данными, так и выделением иммуноглобулином класса G. 6 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении. Они выявлены активно в очагах трихинеллеза. Что касается ботулизма, то в этом году в Кривом Роге его не зафиксировали. Возбудитель ботулизма – ботулистическая палочка, которая размножается без доступа к воздуху. Чтобы избежать этого опасного заболевания, необходимо тщательно мыть руки, еду и проверять сроки консервированных продуктов питания. Ботулизм у нас встречается не так часто. То есть в Кривом Роге в этом году ботулизма зарегистрировано не было. Причина заболевания – это воздействие токсина на организм заболевшего. Заболевание опасное, то есть оно может вызывать расстройство дыхания вплоть до его отсутствия и, конечно же, остановку сердечно-сосудистой деятельности. И при этом, естественно, наступает смерть человека. Горсовет Кривого Рога выделит 15 миллионов гривен на проведение конкурса «Общественный бюджет». Это на 5 миллионов больше, чем в предыдущий раз. Проекты горожане могут подавать уже с 19 сентября. Конкурс продлится до 28 октября. Участники будут соревноваться в двух категориях. Первая – для общественных организаций. Во второй могут принять участие предприятия коммунальной формы собственности. Чиновники проведут 2 тренинга, на которых собираются обучить горожан правильно оформлять проекты 21 и 29 сентября. Напомню, конкурс «Общественный бюджет» уже проводился в мае этого года. Тогда деньги на реализацию проектов выиграли 47 участников. Плюс 2 отремонтированных троллейбуса. 15 сентября новые рогаты вышли на 10 и на 19 маршрут. В коммунальном предприятии «Городской троллейбус» говорят, что подвижной состав прослужит долго. Заменили обшивку и электронные приборы. Кроме того, в новых троллейбусах установили камеры наблюдения и пандусы. Первый выезд обновленного электротранспорта видели наши корреспонденты. Водители рассказывают, комфорт обновленных троллейбусов чувствуется сразу. Сиденья удобные и не шатаются, все кнопки работают, машина едет плавно и не шумит. При этом говорят, что с новыми троллейбусами не будут срываться графики маршрутов. Ничего не заедает, все хорошо работает, все нормально, нареканий никаких нету. Все исправно, с видеокамерами, что обеспечит безопасность пассажиров, что в дверях если встали, что можно посмотреть в камеру, что... Двери можно закрывать или нельзя. Камеры установлены не только внутри, напротив каждой двери, а и снаружи. Благодаря им водители могут видеть, что происходит впереди, чтобы избежать аварийных ситуаций. В троллейбусах установили новые сиденья, полностью переварили старые ржавые кузова. Новая обшивка более прочная. По словам специалистов, будет сохранять тепло в салоне даже при очень низких температурах. Рассыпается рама. Все это заменяют. А все это электричество, оно меняется. Все эти кулачки меняются. Двигателя меняются. И он может опять работать долго. Отреставрированным троллейбусом около 25 лет. После капитального ремонта специалисты говорят, машины прослужат еще около 10. Реставрация каждой обходится примерно в 800 тысяч гривен. От себя хочу также поблагодарить всех работников предприятия, тех ребят, которые в цеху работают. Мне приятно отметить, что сегодня каждое депо делает ремонты для своих нужд. И сегодня один троллейбус уезжает на 10-й маршрут, это депо северного комбината, и один
отремонтированный троллейбус на ВДП-2 будет работать на 19-м маршруте. Еще одного рогатого после капитального ремонта планируют выпустить на улице города на следующей неделе. Кроме того, на предприятии городской троллейбус работает над сборкой 4 машин на дизельном генераторе. Сейчас в городе только один гибридный троллейбус. Он возит пассажиров от 95-го квартала до 3-го восточного на маршруте номер 24. Вероника Лаверненко, Евгений Нестрат, Первый городской. Останки животных возле жилых домов. По улице Пензенской в Долгинцевском районе неизвестные решили устроить кладбище животных. Только вот трупы привозят в мешках и оставляют возле домов. Утром, когда жители идут на работу, а дети в школу, то все подвергаются шоку. Бездомные собаки разносят останки сородичей по всей улице. И везде стоит невыносимая вонь. Кто это делает, никто не знает, ведь орудуют правонарушители ночью. На месте происшествия с местными жителями пообщалась Галина Гонзенко. Невыносимый запах и разлагающиеся трупы животных. Вот уже несколько дней жители улицы Пензенская соседствуют с таким ужасом. Неизвестные ночью привозят трупы в мешках и оставляют их прямо у дверей. Шерсть везде, головы везде, грызки, везде останки, трупы, кости, кишки. Да, по дороге он там кишки были. Туши, кстати, шкуры. Обгоревшие черепа, внутренние органы, шкуры собак и баранов. Это не анатомические предметы, а настоящие останки, которые жители Долгинцевского района находят у себя напротив домов. Ночью, пока люди спят, кто-то выбрасывает это под мостом, который ведет на главный вокзал города. А дворовые собаки успевают разнести куски мяса по всему частному сектору. У меня маленькая собачка во двор все тянет. Мы брали и закапывали в землю, потому что невыносимо вонь. 3 головы, ну там лапы и то попаленные такое. После очередной такой находки местные вызвали полицию. Кто виноват, соседи не знают, так как раньше такого не было. Но говорят, обычно под мостом собираются наркоманы. Ну, соседка вот рядышком с Пензенской 136 вызвала полицию, потому что напротив ее дома это выбросили эти мешки. Вот. Полиция приехала, посмотрела, сказали, ну закапывайте. В чем проблема? Закапывайте, берите и закапывайте, что привозят сюда. Получается, сюда будет возить весь мусор со всего района, а мы будем закапывать его. Жители Пензенской написали заявление в полицию с надеждой найти правонарушителя. Ведь за жестокое обращение с животными и загрязнение окружающей среды злоумышленнику грозит штраф или тюрьма. Трупы животных, а также биологические отходы, там части тел животных, они являются опасными отходами, поскольку они содержат в себе физические, химические, биологические свойства, которые могут нанести вред окружающей среде, а также человеку. То есть существуют определенные санитарные правила, которые предусматривают порядок захоронения таких биологических отходов. А пока жители ближайших домов думают об установлении камер наружного наблюдения или же дежурстве по ночам, чтобы найти человека, который убивает животных и пугает людей. Галина Гонзенко, Евгений Жилай, Максим Пономарев. Первый городской. Энциклопедии, сказки, словари. В Кривом Роге продолжается акция «Подари детям Востока книгу на украинском языке». Работники 11-й библиотеки собрали 50 новых книг и отдали их представителям воинской части 3011. Цветные томики собирали в течение месяца. Военнослужащие и волонтеры отвезут ценный бумажный груз в серую зону под Мариуполем. Эти книжки поедут місто Маріуполь, більше всього Сартана та Лаковка. Як вони це є в коробочках, так вони підуть в 2 населених пункти. Це там, де зараз дуже неспокійно, де вже проводив акцію від серця до серця наш міськвиконком, де були задіяні народні депутати нашого міста, які передали портфелі на 1 вересня. Спортивный юбилей. Детско-юношеская спортивная школа номер 8 отметила 30-летие. Здесь занимаются боксом, художественной гимнастикой, настольным теннисом, баскетболом, плаванием и легкой атлетикой. За время работы руководители секции дали миру более 4000 спортсменов. Воспитанники школы постоянно принимают участие в областных и государственных турнирах и соревнованиях. Концертную поздравительную программу подготовили творческие коллективы спортивной школы и воспитанники Дворца культуры «Саксагань». Сегодня у нас в холле были показательные выступления нашего отделения бокса и художественной гимнастики. А в большом зале у нас в основном у нас будет награждение наших лучших тренеров, наших воспитанников, наших ветеранов и тоже номера от ДК «Саксагань» подарок.
Профессиональным пожарным известно, как важна скорость во время экстренных вызовов. Бывает, опоздал на минуту и человека уже не спасти. А сама катастрофа приобретет необратимое последствие. 2008 года, 17 сентября, в Украине отмечают День спасателя. Это одна из самых опасных профессий на Земле. Именно в службу спасения мы звоним, когда что-то случается. Именно их мы рады видеть, когда ситуация доходит до отметки пика. Как в Кривом Роге отметили свой профессиональный праздник спасателей, видел Николай Чиров. Эти отважные люди 24 часа в сутки спасают жизни криворожан. Они всегда на чеку. Их появлению рад каждый, кто попал в опасность. Свой профессиональный праздник они отмечают не за столом, а на работе, на вызовах. Он предназначен уже более серьезней для тушения пожаров, таких как квартира, сарай, гараж. То, что здесь уже тонна воды. Двигатель дизельный, очень экономный, расход идет очень маленький и тоже оборудован аварийно-рятувальным обладанием. Это аппараты, бензорез, ноги. Этот и другие автомобили есть в каждом районе города. Их используют ежедневно. Благодаря быстрой реакции спасательных групп в Кривом Роге своевременно тушат пожары и вытаскивают людей из искореженных машин во время аварий. Выставили технику пожарно-спасательную, которая есть на вооружении города Кривого Рога, и на которой личный состав 3-го отряда выезжает на тушение пожаров, ликвидацию ДТП, разбор конструкции, обвал, откачивание воды, если затопление. Связанные как с природными явлениями, так и с техногенными. Женя и Никита учатся в 5-м классе. После школы ходят на тренировки, занимаются спортом. Евгения выбрала для себя регби, а Никита – борьбу. Сегодня они вместе с классом пришли на праздник к пожарным. Нам дуже сподобалось, мені запам'яталися усі, і весь інвентар пожежників, він якийсь незвичайний. Мені сподобалося їхня тактика, як вони рятують, як вони підкладують щось, як вони розпиляють, як вони все роблять. Ну, це герої, але справжні. Всім хотілося б бути, тому що це як супермен, тільки у реальному житті. Самые большие спасательные службы Кривого Рога находятся в Покровском, Металлургическом и Ингулецком районе. Всего горожанам помогает более 300 человек. С праздником спасателей поздравляют Николай Чирва, Максим Пономарев и весь Первый городской. Берегите себя и своих близких. Желает вам вся команда Первого городского. Мы благодарим за ваше внимание. Вы смотрели главные новости города. Время Кривбаса. В студии для вас работал Иван Дучак. Увидимся.